жив он много лет. Вы его предвидение, что он видит, говорит, кроме телевидения. Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь шпы. А кого не попадя, пускают в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в дневнике. Голубей я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, но до того красиво, что я чуть было не попал на Тель-Авив. И я сперва на полдень пьян возразил Лазарь. Говорю, Маше, да я, сука, одноглазая. Агрессивный бестия, но чистый фараон. Но где агрессия, а мне не резон. Мишка сразу в пол экстаз, после дрови не дает. Говорит, а ниже нас, увы, талинский кипята. Оскорбление простить не могу такого. Я позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь. Говорит, мне нужна компания, ведь мы с тобой не как-нибудь. Мы здравствуй, до свидания. Мы повредем паломники, чувства придавив, а хрен на мнёнике. И едем мы в Тель-Авив. Я сказал, я вот здесь, ты же меня с паспорту. Но одна закуска есть, русские по паспорту. Только русские в родне, правит мой самолет. Если кто и влез ко мне, так и тот отдает. Мишку Шихмана не дрожь, с Мишкой брось сомнения. У его евреи сплошь, в каждом поколении. Вон дед Паровичок развит, бывший врач-уведитель. А у меня антисемит, да антисемите. Мишка врач вдруг затих, в Израиле бедствие. Там и гинекологов, да как собак нерезанных. Врача пути, да потому что слишком много просится. А как мне всех зубов найти, значит безработица. Мишка мой кричит чертям, ведь за Ивановна едем в поле. Поле там, ведь за Ивановна ведь от Мишкину тоску. А он в нас не опасный, я еще клянул посту. И сказал согласный, постоянный в кабинет. Из людей, пожалуйста, Мишки там сказали нет. Но мне, пожалуйста, он кричал, ошибка тут, это я не уверен. А ему говорят, не ошибка тут, выйди в лоб с дверей. Что мучает вопрос, где здесь враг таинственный? Ответ безумно прост, и ответ единственный. Я в порядке, фу-фу-фу. Мишка бьет проклятую и говорит, что за грозу не пустили пятую.